150 аукционов и около 300 продаденных объектов. Это, бодай, основный выник сегодняшней работы Гомельского областного территориального фонда державной майомости. Бюджет додатково отримал 2,5 миллиона рублей, а будинки, которые протяглый час не выкористовывались, снова приносят користь. При этом основная количество объектов продадена со снижением кошту до одной базовой величины, хотя есть и иншие приклады. Порядка 15% объектов мы продали в этом году именно с первых торгов, без понижения цены. И это касается не только крупных городов, как Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Калинкович и Рогачев, ну и, например, такой город, как городской поселок Капоткевичи Петриковского района. Объекты, которые не очень большой площади, для организации небольшого производства, порядка 45% у нас таких объектов покупают, ну и в нормальном состоянии. Особливость 2016 года – проведение электронных торгов. Поколь у якости эксперименту, але у Гомель обалмаемости перекананы, миновито за такими торгами будучиня, на первый раз пропоновали 15 объектов у Мазерском районе и один у Жлобинском, от будинку клуба и склада бензина до былого дитячего сада. Плюсы видовочные – набывать маемость можно не выходить из дому. Необходимо только один раз пройти аккредитацию на электронной гандлевой плясовце и подать заявку на удел. Плюс в электронных торгах достаточно много. Это прозрачность, открытость электронных торгов, возможность участия в электронных торгах, не выходя из дома, на диване. Еще одним плюсом является то, что, пройдя аккредитацию на электронной бирже один раз, впоследствии вы участвуете и больше проходить необходимости нету. Сегодня у Гомель обалмаемости працуют над планами на 2017 год. Покуль у списке больше 150 новых объектов, причем первый аукцион запланован уже на 5 студеня. Ознакомиться с лотами можно на сайте областного фонда державной майомости и непосредственно на местовости. Еще у минулом научном годе у этом будинку находился Гомельский державный профессиональный лицей гандлю. Зараз он закрытый, и объект рыхтуется до продажи прав аукцион. Правда, докладные кошты его пока еще не вызначены. У этом будинку, до речи, Гомельский лицей гандлю происнавал 70 годов. Причем ведомо, что до гэтуль тут находился санаторий военных летчиков. До речи, историчные объекты на аукционах не такая уже и редкость. Зараз, например, усяго за 60 тысяч рублей пропонуется будинок в початку 19-го стагодия площадь маль 145 квадратных метров. Умовы выкористання от оказания медицинских и социальных послуг до открытия объекта у гандлю, что, апрача всего иншего, дозволить еще и заховать дом амаль 200-годовой давнины, який зараз не выкористовывается. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».